впервые в истории. Мы так ждали этот день! Процветание от Бога посредством четвертого измерения. Привет, привет! Привет из Беларуси! Привет из солнечной Монголии! Горячий привет из Кыргызстана! У нас невероятная атмосфера! Я не могу словами описать! Я просто был в шоке! О, так радовались, что Бог пришел! Таких еще не было... саммитов. И вся жизнь наша, она просто изменится. Вот за этим я сюда пришла. Вчера был классный день. Мы приветствуем вас на саммите процветания. Самый первый саммит. Такого у нас еще никогда не было. Это как вот переход на новый уровень. Реальное чудо в нашей жизни. Самое легкое в четвертом измерении – это финансы. Все начинается прежде всего с вашей цели внутри. Цель? Она должна зацепить небеса. Моя мечта сбылась. Сегодня у каждого будет божественная цель. Бог дает процветание. Какое время! Дух Святой изменит твою реальность. Чтобы быть процветающим человеком, надо быть смелым. Я получила машину благодаря четвертому измерению. Бог дал мне собственный бизнес. Сегодня мы у дьявола заберем все. Финансовое благословение, оно уже будет идти за тобой как следствие. 31 января, 2 февраля. Саммит «Четвертое измерение». Такие вещи говорят, это невероятно. Я получила свое исцеление, и Бог полностью изменил мою жизнь. Я счастливая, здоровая мама. И никаких вообще ни симптомов, ничего нету. Тем более не беспокоит. Это просто чудо, такого не бывает. Апостол Виктория, спасибо вам большое за этот саммит. Огромное спасибо апостолу и пастору Виточке. Спасибо, апостол, спасибо, Виктория. Просто благодаря вам моя жизнь, она полностью изменилась. Это будет просто саммит, переворот для вашей жизни. Регистрируйся прямо сейчас по номеру телефона 067-550-34-24. Не упусти свой шанс.